Еще совсем недавно они были учащимися школ, затем стали выпускниками, и вот теперь они уже студенты. Дивная студенческая пора только начинает свой разбег для этих ребят. И очень здорово, что студенческие годы берут начало с парада первокурсников, который будет одной из самых ярких страниц в жизни молодых людей. Наш город давно уже по праву называют студенческим. Тысячи юношей и девушек каждый год заполняют студенческие аудитории филиала Кубанского государственного университета в Славянске на Кубани и средних специальных учебных заведений. Старейший в крае Славянский сельскохозяйственный техникум уже перешагнул свой 90-летний юбилей. Здесь ведут качественную подготовку по 17 специальностям. Это крепкие, серьезные, в будущем очень хорошие специалисты приходят в наш техникум. И мы, конечно же, этому очень рады и стараемся всякий раз что-то сделать интересное, новое, совершенно необходимое для наших вот ребят, которые приходят в техникум, делают выбор сельскохозяйственного, славянского сельскохозяйственного техникума. И мы надеемся на то, что наши совместные ожидания, они обязательно оправдаются. 400 первокурсников пришли в этом году в техникум. И действительно, среди них немало отличных ребят, которые серьезно сделали свой выбор. Родители учились, брат, сестра, и я, ну, как бы до спасателя захотела пойти, потому что у меня брат отучился до спасателя, и я спасала девочку на Кубани, у нас в речке. Вот, и я настроена закончить этот техникум отлично и поступать дальше еще на высшее образование по своей специальности. Узнал то, что открывается новая специальность, защита в чрезвычайных ситуациях, и поэтому поступил туда. Я ходил в военно-патриотический клуб, я как бы отличник. Я думаю, я пройду без проблем. С спортом у меня никогда проблем не было. И поступил. Вот, и мне очень нравится здесь учиться, в Славянске. Очень красивый город и техникум. Учителя просто, ну вот, понимающие. И вот уже идет шествие студенческих праздничных колонн, украшенных символикой своих учебных заведений. Прохождение колонн сопровождал репортаж, в котором рассказывалось о достижениях техникумов и университета. Затем, после того, как на ступеньках входа в городской дом культуры расположились представители многих профессий, которым обучают в Славянске, началось театрализованное действо, в котором каждое учебное заведение постаралось показать себя наиболее выигрышно. Все это было сделано, конечно, с душой. Впечатлило представление благородной учительской профессии студентами университета. Не смейте забывать учителей. Пусть будет жизнь достойна их усилий. Учителями славится Россия. Ученики приносят славу миру. Не смейте забывать учителей. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовка поблагодарил руководителей учебных заведений за прекрасную программу, в которой вспомнили и о столетии комсомола. Он сказал, что студенты сделали правильный выбор в пользу учебных заведений нашего города. Здесь созданы все условия для хорошей учебы. Здесь сильная спортивная база, здесь все сделано для гармоничного развития личности. Я уверен, вы будете гордиться тем, что вы учитесь в городе Славянске на Кубани. Здесь вы можете получить и высшее, и среднее специальное образование. Уверен, пролетят эти годы студенческие быстро. Уверен, вы здесь приобретете добрых, хороших друзей, получите знания. С трибуны прозвучало немало добрых слов и пожеланий в адрес первокурсников, в том числе и от человека, чья работа способствовала открытию филиала университета, Татьяны Анисимовой. Я желаю вам, чтобы вы в течение года добились успеха в творчестве, в учебе, в науке и успешно передали эстафету новым поколениям первокурсников. Пусть с каждым годом растет число первокурсников, пусть дружнее становится наша семья. С праздником вас!
доброй традицией стало торжественное принятие студенческой клятвы. Это было очень волнительно и трогательно. Студенты-первокурсники по праву были в центре внимания и чувствовали себя героями праздника. Да, я с детства мечтала быть преподавателем, и вот моя мечта осуществилась. Я буду преподавателем экономики и технологий. Мне очень нравится учиться, и я счастлива. Я очень рада учиться в Кубанском государственном университете, в филиале города Славянска на Кубани. Там прекрасные педагоги, мне очень нравится там учиться, я рада, что я поступила именно сюда. Были подведены итоги выступления студентов по всем номинациям и отмечены лучшие. Молодежный праздник продолжился выступлением краснодарской кавер-группы и завершился веселой студенческой дискотекой. А Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».